Красиво, да? А, вот вы где. Как добрались? Хорошо. Не оставишь нас? Серьезно? Да. У меня к нему дело. Я буду рядом. На пушечный выстрел. Ладно? И не подслушивай. Прости за костюм. Ты сам виноват. Это был такой воспитательный момент. И он пошел на пользу, подхлестнул тебя, да? Согласен? Согласись? Я... Конечно. Да. Мистер Старк, ты я очень... Ты жутко облажался. По-крупному. Но затем все исправил. Сначала наложил кучу, а потом отдраил все до блеска. Ладно, не лучшая аналогия. Я ошибался в тебе. С хорошим наставником ты легко вольешься в команду. Вольюсь в команду? Да, короче, там 50 репортеров, настоящих, не блогеров. Будешь готов? Примери это. И я представлю миру нового официального члена команды Мстителей, Человека-паука. Я... Да, посмотри. После пресс-конференции Хэппи покажет тебе твою новую комнату. Кто там его сосед? Кажется, Вижн? Да, Вижн не фанат дверей. Прикольно. И стен. Вы подружитесь. Спасибо, мистер Старк. Но я не могу. Не можешь? Не понял. Ну, я лучше еще побуду дружелюбным соседом, Человеком-пауком. Кто-то же должен защищать простых людей. Отказываешься? Подумай, взгляни. Последний шанс. Итак, да или нет? Нет. Ладно. Что за самопожертвование? Прям Робин Гуд какой-то. Хэппи отвезет тебя. Да? Да. Подожди в машине. Я подойду. Благодарю, мистер Старк. Да, мистер Паркер. Пожалуйста. Увидимся. Да. Это был тест, да? Там ведь нет никого? Да, ты прошел. Ладно, идите уже. Да, мистер Старк, спасибо. Спасибо тебе. Я же говорил. Где мальчик? Ушел. Но все ждут. Знаешь, он принял взрослое решение. Мы сами до сих пор в шоке. Вы что, все испортили? Он сказал ему ждать внизу. Вы издеваетесь? У меня там полно репортеров, ожидающих важного объявления. Что я скажу им? Придумай. Например, Хэп, кольцо у тебя? Кольцо? Обручальное кольцо. Шутите? Я ношу его с 2008-го. Круто. Я придумаю что-нибудь получше. Это выиграет нам время. Вот оно нам нужно. Не верится, что ты хранил кольцо дверку в кармане. Дверку подержать? Я сама. Тетя Мэй, ужин готов? Это тебе... Тони Старк. Мэй!